Мать троих детей. Я выступаю от всех мамочек Альметьевского района и города Альметьевска. Мы как бы собрались сегодня попросить нашу администрацию, чтобы не вводили 100% оплату за садик, оставили 20%. Нам не нужна эта компенсация 1000 рублей, которая будет полагаться тем, у кого оба родителя в семье работают. С тем, когда введется этот закон, один из родителей уже работать никак не сможет, он будет сидеть с детьми, и один работает, и он не принесет столько денег. Сейчас все люди в ипотеке, в кредитах, за такие деньги, за сады оплачивают, такое дорогое питание. Поэтому мы хотим попросить, не повышайте, оставьте ту же цену. Я понимаю, один ребенок, да, я бы оплатила, а у меня их трое. На одного ребенка я буду платить 3200, 3300 вместе с кружками. Откуда такие деньги? Я не работаю, у меня работает один муж. Поэтому нам дали материнский капитал, да, который сейчас у нас его хотят отнять таким вот макаром, как говорится. Из наших карманов, платя мы за детский садик, мы отдаем мат-капитал. Для чего? Нам дают земельные участки на троих детей. И за это, что ли, мы оплачиваем эти сады? Нам сказали, мы ходили с Самойловым, Самойлов нам сказал, оплата повышается за счет того, что оплата будет повышаться воспитателям, за питание, за то, что наши дети, как говорится, моют попу 3 раза в день в садах. Сады находятся как сараи в таком состоянии. Мы покупаем канцтовары, мы покупаем порошки, мыло, мы покупаем средства для стекол, все это носим сами, мы покупаем игру.